«Ребенок – главный пассажир». Под таким девизом прошел конкурс фотографий управления ГИБДД по городу Чебоксары. Чествование победителей состоялось в детском саду номер 206. Инспекторы не устают повторять. Прежде чем посадить маленького ребенка в автомобиль, необходимо выполнить все правила безопасности. Во-первых, установить детское кресло, желательно в середине заднего сиденья. Во-вторых, отрегулировать ремень безопасности, чтобы не давил на детскую шейку. Автокресла и автолюльки, установленные на переднем сиденье, должны иметь штатные ремни безопасности. И, разумеется, необходимо соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. О том, как они выполняют эти правила, участники конкурса рассказали с помощью фотографий. Данный конкурс был проведен в рамках организации безопасного дорожного движения и правил перевозки детей. То есть на данном у нас конкурсе участвовало более 500 фотографий. Было выбрано 10 финалистов. Среди 10 финалистов оказалась семья Тиминых. Фотографию конкурсу сделали при интересных обстоятельствах. И, как признается мама, не ожидали, что получится занять третье место. С утра перед садиком папа сфотографировал Таисию в кресле, так как до садика ехали на машине. Хотя садик находится очень близко, то есть специально для этого конкурса. Мы призываем всех родителей обязательно возить своих детей в креслах. Это их безопасность, это их жизнь. Абсолютными победителями стали тройняшки Крымзовы из детского сада номер 7. Семья, где растут Даниил, Захар и Савелий, часто участвуют в городских конкурсах. Это не первая их победа. Фотографию мы сделали буквально... Ну, случайно, можно сказать, мы делаем очень часто фотографии детей. Вот. Детский сад, в котором мы обучаемся, наши детки обучаются, попросил нас о, значит, такой, ну, правильно предложили будет... Предложили нам участвовать в конкурсе, да. Значит. И мы, естественно, не отказались, приняли активное участие, попросили своих друзей и знакомых проголосовать за наши фотографии в интернете, и тем самым мы победили. В завершении мероприятия для воспитанников детского сада номер 206 сотрудники ГИБДД провели мастер-класс на тему безопасного дорожного движения. Смотрим по сторонам, не бежим, не бегаем, не прыгаем, не играем. Перешли дорогу. Все. Водители продолжают движение. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.